Добрый день, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Нам очень много задают вопросов, где находится коттеджный поселок Морской. И сегодняшний ролик я хочу посвятить именно тому, как добраться до нашего поселка. Поехали посмотрим. Итак, поехали. Мы находимся с вами на въезде в Анапу. Перед нами кольцо. И поворот налево будет это въезд в саму Анапу. А поворот направо это дорога, ведущая к нашему коттеджному поселку. Справа вы можете видеть железнодорожный вокзал. Он находится всего в 5 километрах от нашего поселка. Проезжая его, мы видим, уходит дорога влево. Это дорога на Витязева. Но мы поворачиваем с вами направо. Хорошая дорога, без пробок. Мы легко можем добраться до нашего поселка по этой дороге. Слева мы проезжаем сейчас поселок Пятихатка, а справа Цыбанабалка, где находится школа, всего в 1 километре от нашего поселка. Там также вы можете видеть, есть и магазины, и автобусные остановки, и все необходимое для того, чтобы закупить все нужное для вас. Дальше можете видеть сейчас очень хорошее прекрасное море с песчаным пляжем. Все находится в шаговой доступности, чтобы наши жильцы ни о чем не беспокоились. Вот мы въезжаем в наш поселок. Видите, офис продаж, где по любым вопросам вы можете обратиться к нашим менеджерам по продажам. Друзья, вот и мы посмотрели, как можно добраться до этого прекрасного поселка Морской. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Оставайтесь с нами, и у нас впереди очень-очень много чего еще интересного. Всем пока, до новых встреч!